Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как подключить аппаратуру Radio Link AT9 при помощи вот этого вот разъема S-Video к компьютеру и чтобы можно было полетать в авиасимуляторе, например, FPV Freerider. Чтобы подключить аппаратуру, нам понадобится вот такой шнурок. Я заказывал его на Алиэкспрессе. Тут написано, что он подходит для FlySky, но нам понадобится только разъем. В комплекте у нас идет два шнурка, на одном конце расположен мини-джек 3.5, на втором конце порт, самый обычный S-Video. Второй разъем, я не знаю, для какой он аппаратуры, он мне в принципе не понадобится. Так, подключаем разъем джек мини 3.5, другой разъем. Одним концом USB подключаем в порт компьютера, вторым концом подключаем в нашу аппаратуру. Итак, вот этот конец мы подключаем в USB порт компьютера. Дальше мы включаем саму аппаратуру и заходим в меню. Сейчас немножко сфокусируемся. Заходим в меню «Параметры» и переходим на третью строчку. Тут написано «RF Mode». Нажимаем «Off». У вас здесь погаснет сразу зеленая лампочка, то есть когда включен сам передатчик, горит зеленая лампочка. Когда выключаем передатчик, горит... Вообще не горит лампочка. Для чего это надо? Потому что когда мы подключаем аппаратуру к компьютеру, если мы не выключаем вот этот вот параметр, то передатчик будет работать и передавать сигналы. Естественно, все Wi-Fi роутеры, которые находятся вокруг моей квартиры, перестанут тупо, наверное, работать. Чтобы этого не произошло, просто отключаем передатчик. Ну и дополнительно не будет тратиться батарейка. Выходим из этого параметра. Мы закончили подключение аппаратуры Radio Link AT9 к компьютеру. И сейчас я вам покажу, как настроить симулятор FPV Freerider. Итак, подключаем USB шнурок в порт компьютера. Драйвера устанавливаются автоматически, это примерно занимает секунд около 30. Компьютер определяет это как игровое устройство, то есть обычный джойстик. Дальше я размещу вам ссылочку под описанием, где можно скачать бесплатный симулятор FPV Freerider. Ну, я это уже сделал предварительно. Заходим сюда, ждем загрузки. А как видим, здесь есть 5 локаций, и можно выбрать любую, чтобы полетать и потренироваться в режиме акро, например. В первый раз мы заходим в вкладочку Calibrate Controller. Как видно, здесь будет вот такая вот аппа. На самой аппе мы выставляем все стики посередине и нажимаем ОК. Далее мы повторяем все команды, которые написаны здесь на компьютере. Отгибаем ОК, нажимаем ОК. Отгибаем вперед джойстик, нажимаем ОК. Потом отгибаем этот джойстик, нажимаем ОК. Так во все стороны. А дальше при помощи вот этих вот триммеров настраиваем каждый кружочек, чтобы вставал посередине крестика. Как видно, каждый кружочек уже настроен. Все, мы готовы к полету. Давайте зайдем в какую-нибудь локацию, и я вам покажу, что аппаратура работает. Все, заходим, например, в локацию... Не помню, как она называется, но что-то связано. И можно уже полноценно летать акро-моде.
как говорится, тренировка и еще раз тренировка. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Ссылка на шнурок для аппаратуры RadioLink я размещу под видео в описании. Ссылку на бесплатное скачивание симулятора FPV Freerider вы можете тоже посмотреть в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Еще будет очень много разных интересных обзоров на различные товары. Всем спасибо, пока-пока.